Завод «Бриджстоун» в Ульяновске выпустил 5-миллионную шину и стал лауреатом премии «Народная марка 2021». Завод в Ульяновске – одно из передовых предприятий «Бриджстоун» в мире. В производственном портфолио представлены шины с типа размерами в диапазоне от 13 до 19 дюймов для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников. Здесь производят шины для российского рынка с учетом суровых зим. Благодаря современным технологиям такие шины отлично тормозят даже на льду, имеют плотный контакт с дорогой, что улучшает управляемость. Недавно здесь произвели 5-миллионную шину. 5 миллионов шин звучит внушительно, однако для нас это лишь один из шагов по достижению гораздо более амбициозных планов. Мы хотим расти и развиваться здесь, в регионе. Это означает увеличение объемов производства. Надеемся, что в скором времени мы сможем объявить о 10 и 15 миллионах шин. Мы также хотим инвестировать дополнительные средства в развитие компании и создавать новые рабочие места. Здесь трудится 900 специалистов, у каждого достойная зарплата. Завод успешно преодолел период запуска всех производственных процессов. И сейчас здесь внедряют принципы непрерывного улучшения бережливого производства, то есть производства без потерь. Это станет основой для роста и повышения эффективности в будущем. Я уже не рад, что из 30 площадок, которые вы рассматривали, вы остановились именно на Ульяновске. Угу. Это говорит о том, что те специалисты, которые у нас здесь живут и работают, они на 100% соответствуют уровню вашего предприятия. В ближайших планах компании увеличение объемов производства, расширение сотрудничества с автопроизводителями и развитие экспорта.